Очень бы хотелось увидеть Елизавету Туктамышеву на Олимпиаде. Юниорки, они, конечно, молодцы, но они приходят и уходят. А Лиза, она не раскисает от неудач. Настоящий боец. Очень бы я хотела, чтобы она попала на Олимпийские игры. Она этого просто заслужила. Елизавета Туктамышева классная фигуристка, мощная энергетика и харизма. Вот не каждый таким может похвастаться. 24-летняя трикселистка, которая выучила и продемонстрировала четверной тулуп, настоящий клад и богатство, ну, для любой сборной за границей. Вот яркий пример. В США фанаты уже сейчас зовут Туктамышеву выступать за их страну. Представляете? Ведь все прекрасно понимают, что в России бум сильных фигуристок. И пробиться на Олимпиаду от сборной страны ну просто сложно, ведь мест только 3. И ведь несмотря на высокий уровень мастерства, многие останутся в пролете. Лиза тому пример. 6 лет прошло, и вот спустя 6 лет долгожданный чемпионат мира для Туктамышевой Елизаветы и слезы радости. А вот что пишут и говорят иностранные фанаты. Ей просто нужно еще поработать над своими компонентами, чтобы иметь полный пакет. Хотелось бы увидеть ее на Олимпиаде. Она всегда может отправиться в США. У нас точно найдется для Елизаветы место. И еще один комментарий, который у меня вызвал просто большую улыбку. Цитата. «А мне кажется, это не предательство, а шанс. И даже пусть Елизавета катала бы за Занзибару, я бы болела бы все равно за нее. Вот такая, мои дорогие подписчики, любовь фанатов и восхищение Лизой за границей, нашей императрицей».